Теперь у управления МЧС есть собственное знамя. Торжественное вручение прошло в областной филармонии. Заслуженные сотрудники ведомства собственноручно прибивали знамя к древку. С каждого по гвоздю. Затем знамя осветили священнослужители Иваново-Вознесенской и Кинешемской епархии. Руководство регионального МЧС очень гордится новым символом. Считает его воплощением лучших духовных качеств, присущих сотрудникам. С одной стороны знамени – российский триколор. С другой – символ федерального МЧС. Напомним, прежде у службы собственного знамени не было. Знамя не только символ главного управления МЧС России по Ивановской области, но и его реликвия – предмет особо почитаемый и оберегаемый. История России знает немало примеров того, как знамена вдохновляли на подвиги, как их спасали часто ценой жизни.